Всем привет! С вами Ирина Шмыгова и коротко о погоде. По данным областного гидрометеоцентра, 25 ноября в Ульяновской области ожидается облачная погода. Вероятность осадков небольшая. Ветер северо-западный слабый. Температура воздуха днем по области от минус 3 до 2 градусов тепла. В Ульяновске от 0 до минус 3. В течение дня атмосферное давление будет слабо расти. К этому часу о погоде все. Хорошего вам дня!